где-то пульта там. Смотрите, какая тачка, ребята. Это победитель, которого выбирали, собственно говоря, участники кастом-конвенции и другие люди. Это супер крутой автомобиль. Супер крутой кастом автомобиль. Как мороженое такое же вкусный, мне кажется. Надо прокатиться было. У тебя там, блин, класс. Сейчас расскажешь, почем продашь его. У нас один микрофон, к сожалению, поэтому будем вместе говорить. Привет. Здорово. Ну расскажи, сколько лет ты делаешь машину? Полтора года. То есть это у тебя на поток уже поставлено? Нет, пришел полуфабрикат, и здесь его уже собирали, укомплектовывали, ставили, поставили прямо подвеску, ставили остекление, ну все. А что это за автомобиль для тех, кто не знает? Это Ford Deluxe 51 года, седан, кастом седан. А ты еще не выезжал на зарубежные никакие? В октябре приглашал в Польшу на участие выставки. Ребята, я думаю, что мы должны поаплодировать этой машине, потому что, согласитесь, это модно. Скажи, ну это хобби твое получается? Да, сейчас еще делаем пикап 55-го года, тоже будет интересный проект. Ну он еще у вас в гараже, я так понимаю? Да, в гараже M-Customs, собственно говоря, мы там все и собираем. Ну видите, как круто, можно заниматься. Ну а про бабки мне тебя спрашивают, сколько у тебя ушло, ну приблизительно хотя бы на тюрьму. Где-то... порядка 1,6-1,8 миллионов. Ну, она того стоит. Я думаю, ты теперь будешь ездить везде и отобьешь эти деньги. Ну, а вот держи. Тебе наш подарок. Не знаю, что вы... И вот что эти призы, сертификат, футболки. А это твой номер. Мы себя оставим на всякий случай. Давай, классно, спасибо, что есть. Продолжай делать то, что делаешь.